Взрыв газа в пригороде Актобе практически полностью разрушил двухквартирный дом. В результате ЧП пострадали 6 человек, в том числе 11-летний ребенок. С ожогами различной степени тяжести все они доставлены в больницы. Состояние троих тяжелое, они находятся в реанимации. Один находится в травматологии, у него средней степени тяжести. Мощный взрыв прогремел в 9 часов вечера в поселке Заречный-1. Здание восстановлению не подлежит. В момент хлопка газово-воздушной смеси в доме помимо хозяев находились гости. От грохота на улицу выбежали соседи близлежащих домов. Вот как описывают произошедшие очевидцы. Грохот, это не высказать, это не грохот, целая бомба разорвалась. Даже это в соседнем вот Заречном приехали оттуда, услышав. Такой огромный хлопок. Выбежали на двор, ничего не видать. Мы сразу на соседей смотрим. На место происшествия прибыли 3 кареты скорой помощи и 2 пожарные машины. Сотрудники ЧС под обломками дома обнаружили разорвавшийся 5-литровый газовый баллон.